Через систему дыхания удаляются углекислый газ и водяные пары. Непереваренные остатки пищи выводятся через кишечник. Еще один орган выделения – кожа. В коже человека имеется более 2 миллионов потовых желез, способных выделить до 12 литров жидкости в сутки. Но основная часть конечных продуктов обмена удаляется из организма через мочевыделительную систему. В нее входят почки, мочеточники, мочевой пузырь и мочеиспускательный канал.